Здравствуйте, дорогие друзья. Я Миллион Абдулла. Хочу сегодня рассказать вам про одну штучку. Вот. Эта вот штучка сделана, конечно, на скорую руку. Вот такая деревяшечка. Это подставка для ног. Я ходил в магазины, что-то не нашел такое. Это в Питере не нашел. Мебельных магазинах практически нету. Ну вот, если за столом сидеть, да, там перекладинку приколотил и нормально. А если вот, например, просто где сидишь и все время места меняешь, то ноги-то некуда положить. Вот, кладешь ее вот так вот, сюда, на пол, вот, и... Видно, не видно? Не очень видно. Ну вот, и сюда ее. Это под одним углом. Ах ты, елки-палки, что ж такое-то? Вот так вот надо, во. Это под пологим углом сделана палочка у меня вот так вот. А это у меня сделано под более таким вот сильным наклоном. Кроме того, можно вот поставить вот эту дырочку, вот так вот пятки, и уже ноги будут совершенно под таким, под большим углом. У кого ноги болят, те меня очень хорошо поймут. Что когда на подставке ноги, устают они гораздо меньше. А здесь ее упереть во что-нибудь, да, вот как я это делаю. Или же можно вот сюда резиночки прибить вот так вот. Я этого пока не сделал. Что-то у меня резинки-то дома не оказалось. Вот. Вот такая нехитрая штука, да, а для здоровья очень-очень полезна. Молодые, наверное, люди, еще когда у них ноги не болят, они... так сказать, не задумываются об этом, да? А в советские времена, положено было по нормам, чтобы человек, который работает за столом, у него была подставка под ноги. Иначе это считалось как бы вот нарушением условий труда. Вот так. Значит, почему я ее сделал из дерева? Ну, конечно, я столяр, так мне из дерева проще. Я видел один раз подставку пластмассовую, 2000 она стоила, но она мне настолько не понравилась, что я ее не стал даже покупать. Хотя, конечно, мог купить, но что-то как-то так. Там угол хоть и менялся, но была просто плоскость. А мне хотелось, чтобы были ребра, чтобы можно было и ступню помассировать об это вот. Потом, когда вот здесь есть отверстие, да, ноги можно поставить под таким углом, под таким, и все время так вот. Как бы ступня массируется. Вот на эти вот углы я здесь специально оставил тоже для массажа. То есть фактически это не только подставка, но и массажер. Кроме того, если мне вдруг потребуется деревяшечка какая-то для работы, да, все, что мне нужно сделать, это отвинтить саморезы и взять эту деревяшку, например, для подкладки, положить на пол и на ней что-то там настучать молотком. Пусть на ней даже и вмятины останутся, а пол останется целым. Потому что эта подставка, я вообще ее думал на дачу отправить, да? Но что-то она как-то дома прижилась. Вроде я уже к ней как-то привык. Внешний вид у нее, конечно, не ахти какой. Она ничем даже не покрыта. Но удобство колоссальное. Колоссальное для ног. Это просто вот ставишь на них, и уже совершенно другой человек. Например, подростки, когда они садятся на скамейку, да? Они не случайно садятся на спинку скамейки. Просто когда они садятся на спинку, у них угол ступни меняется. И они, так сказать, вот когда носок смотрит больше вверх, да, то вот эти места внутренние вот здесь, они занимают такую позицию, когда им ну, в длительном положении они не будут здесь вот утомляться. Потому что когда вот так вот, пятка. Вот здесь идет напряжение, внутренняя сторона немножко напрягается. Но это немножко через несколько часов превращается в ад. А если этот ад длится каждый день на работе, там, по 8 часов или больше, то ноги портятся, а потом из-за ног уже страдает позвоночник и так далее, и так далее. Вот такой вот ролик, вот про такую нехитрую вещь. Сделать ее для мужичка, у которого есть руки, это час-два работы. Все, две деревяшки тут, боковых, две тут. Или даже можно какой-нибудь ящик приспособить. Ну, неважно, главное, чтобы было удобно. Потому что здоровье – это дело такое.
А кто-то может и красиво сделать. Вот так вот пользуйтесь вот этим вот приспособлением. Так. Теперь, опа, сюда. С вами был Миллион Абдулла. Подписывайтесь на мой канал. Смотрите там ролики интересные. В моем канале я решил не делать, как все, какую-то узконаправленность, там, или юмор, или там это, какой-то вопрос, там, вот, например, метание ножей, кто-то вот у него только метание ножей на канале. Все. Может быть, это грамотно. А я решил, что у меня всего понемножку будет. Такой канал, знаете, соляночка. Тут и посмеяться, чтобы можно было, и что-то посмотреть. И для этого я все ролики по плейлистам распределил. И тот, кто будет пользоваться моим каналом, он будет удобно. Нашел свой плейлист, например, про метание ножей. Смотрит он только метание ножей. Если его интересуют соревнования по метанию ножей, там отдельно. Там, скажем, юмор, он в отдельном плейлисте. И про животных в отдельном. Ну, про какие-то там подсказки, отдельный плейлист. Сейчас еще пока это все сортируется в процессе, я стал удалять ролики с моего канала, которые имеют малое количество просмотров, чтобы не мусорилось. Чтобы всякую ерунду никто не смотрел. Раз не нравится вам, не смотрите, ну зачем тогда этот ролик нужен? Я такие ролики удаляю. И сейчас, как выяснилось, да, вот мой сынок, он молодой, еще ему там лет 16, да, он говорит: папа, ты не понимаешь, что там думают молодые. Вот у меня просьба, если вы молодой человек, да, там вам лет 14-15, вы можете мне подсказать, что улучшить в моем канале. Например, там какую-нибудь, может, фишечку вставить, какой-нибудь ролик снять там про какую-то тему, например, да, или где-то как-то вести себя там, может быть, по-другому. Я не то, что буду сразу делать, как вы сказали, но я приму это к сведению и потихонечку буду брать на вооружение все, что вы мне советуете. Еще заказывайте ролики на разные темы, потому что я, дяденька, уже такой опытный, у меня много чего в жизни было интересного, и мне есть много что рассказать и показать. А жизнь у меня была очень разнообразная. С огромным количеством людей разных я знаком, значит, из разных слоев социальных. Вот. Вот так вот. Служил в армии, так что там тоже многому чему научился. Это тоже я буду потихонечку показывать. Так что подписывайтесь на канал Миллион Абдулла. Вот мне нарисовали вот такую штучку. Это вот я теперь ее ношу, чтобы было понятно, что я Миллион Абдулла. Вот. Ну и, наверное, все. Вот ролик. Еще раз напоминаю об этой штучке, о подставке для ног. Это крайне удобная вещь. Если вы ее себе сделаете, вы потом 100 раз спасибо скажете. То есть не сами себе, а просто ваши ноги будут вам говорить спасибо каждый раз, когда будут вставать вот на такую вот удобную подставку. И здесь вы будете менять положение и найдете то, которое вам больше всего подойдет для работы. Если вы сидите часами за компьютером, то ваше сидение превратится в удобную такую вот вещь, и вам даже будет так уютненько сидеть. А когда ноги стоят неровно, то... Ну, вот, все. Давайте. Пока-пока. До новых встреч, дорогие мои драгоценные подписчики, друзья. С вами был Миллион Абдулла. Вот и моя эта штучка. Тын-дыр-дынь.